Ты не можешь продолжать винить меня или кого-либо во всех бедах твоей жизни. Это неправильно. Ну а кого тогда? Иначе получается, это моя вина. Да нахер! Повзрослей! Боже, не у тебя одной в Аркадии Бэй есть проблемы. Кейт Марш чуть не... Да, Кейт Марш чуть не совершила самоубийство. Мне очень жаль, ясно? И нет, мне от этого ни капли не легче. Усекла? И кого же ты винишь в первую очередь? Своего ёбаного отца, конечно. Ты винишь Дэвида? Я сказала отца. Моего настоящего отца, который умер просто так. А не то, что Джойс зовет своим мужем. Хлоя, твой отец ушел не по своей воле. Я знаю, Макс. Моя мама правда винит себя. Она только хотела, чтобы ее забрали с работы. Иногда даже я виню ее. Неправда. Да, Макс, правда. Ты знаешь, каково это ждать своего отца, будучи ребенком, и понять, что он не вернется? Нет, конечно, нет. Но я была с тобой в тот день. Это был ужасный несчастный случай. Мне от этого не легче. С тех пор, как он умер, моя жизнь стала полным дерьмом. Ты не хочешь слышать это, но ты все еще здесь. Живая. Со мной. И это не случайно. Ну да. Я не хочу слышать. Хлоя, одной мне с этим не справиться. Мне нужна твоя помощь. И Рэйчел ты нужна. Господи, что происходит? Однажды папа купит нам самую крутую технику. Надеюсь, вспышка не сильно тебя напугала. В коллекцию. Пока я ее не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа. Макс, скажи ему. Эй, ты вся бледная. Все нормально? Да, просто... Да, я в порядке. Ну что, Хлоя, ты одобряешь? Ну, может, вот это я разрешаю в семейный альбом сохранить. Что это такое? Но не повар. Здесь я Уильям. Да, и Хлоя еще ребенок. Я что, настолько далеко в прошлом? Ты про блины? Во Франции их называют крэпэ. Я 18-летняя в теле себя 13-летняя. Они же тоже хотят... Как? Уи, чур я бью яйца.
помнишь, сколько нужно яиц? Блин, я помню, как Хлоя его читала. Но не после сегодняшнего. Ситуации. И правда. Так, сколько нужно? Не спорь с шеф-поваром. Такая классная олениха. Когда нет мамы, то да. Я расскажу ей. Очевидно, но подойдет. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Что? О, не знал, что тебе нужно... Джойс безмерно любит Уильяма. Ну, да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя. Я не могу позволить Уильяму сегодня сесть за руль. Леди, нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Чего мы тут только не творили? Я помню, как мы с Хлоей рисовали эти клевые рисунки. Нашлись такие. Закройте за мной, не хулиганьте, и попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап! Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься. Она меня не бросит. Никто тебя не бросит. Я должна попытаться. Должна. Я здесь для того, чтобы спасти Уильяма. Ради Хлои. Есть такие? Закройте за мной, не хулиганьте. Мы с семьей никогда не делали такие глупые и веселые фото. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный... Есть! Это номер двух китов. Я могу предупредить Джойс. Туда попали. Макс, ну же, давай без глупостей. Алло? Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать. Можно мне поговорить с Джойс Прайс? О, ее нет на месте. Черт. А вы уверены? Хорошо, извините. Спасибо. Бум! Отключен. Привет, дорогая. Без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас готовлю восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Мы все будем работать в двух китах. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Ну, конечно же, я заеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя.
Уж простите, леди, нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Ключи, пожалуйста. Ага, нашлись такие. Закройте за мной, не хулиганьте, и попытайтесь не... Привет, дорогая. Без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас... Есть! Завтрак с Хлоей и Макс. Мы все будем работать в двух китах. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Ну, конечно же, я заеду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Хлоя просто обожала мангу. Клевые волосы. Слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. Я точно видела эти фото раньше. Ключи, пожалуйста. Черт, где же ключи? Еще $1 в банку ругательств. Ты меня разоряешь. Как знал, что эта штука мне пригодится. Как, черт возьми, эти ключи там оказались? И даже не вздумайте устраивать дегустацию вин. Пап. Не оплошайте. Сегодня твоя мама пообещала приготовить нам своего знаменитого лосося с шоколадным тортом на десерт. Макс, ты же останешься. Она меня не бросит. Никто тебя не бросит. Я должна попытаться. Должна. Я здесь для того, чтобы спасти Уильяма. Ради Хлои. Не говори такой... Привет, дорогая. Без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас готовлю восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Мы все будем работать в двух китах. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Ну, конечно же, я заеду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел... Привет, дорогая. Без понятия, почему домашний не звонил. Я сейчас готовлю восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Мы все будем работать в двух китах. Что? Я не знал, что тебе нужно было купить продукты. Ну, конечно же, я заеду. Теперь у меня есть причина купить мокко. Скоро буду. Люблю тебя. Уж простите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? $1 в банку ругательств. Точнее... Ключи точно были здесь, я же помню. О, дружок, совсем забыл о тебе. О, ключи, покажитесь. Ну, конечно. Но никогда больше не куплю ничего от Spy Guy Electronics. А может быть, на автобусе? Остановка ведь совсем недалеко. Хм, а ведь могу. Хорошая идея, Макс. О, да, автобусы — это классно. Приезжают каждые 15 минут, да и места тебе и Джесс с продуктами хватит. И это сбережет окружающую среду.
Убедила, убедила. Ну что ж, я почапал к автобусной остановке. Джойс это понравится. Макс, твою мать, ты какая-то странная. Все нормально? Хлоя, я такая классная. Мы классные. Эй, ты вообще слышишь нас, Максим? Макс. А не Максим. Да знаю я, прости, безумная, Макс. Ты же не дуешься, правда? Да? Не хочешь ободрать наш куст и выкурить трубку мира? Кажется, Макс под кайфом. Она ведет себя как-то странно. Ты в норме, Макс? Я же говорила, не стоит брать ее в циклон, но меня же никто не слушал. Кортни, ты вообще никого не хочешь принимать в клуб? Да отвали, сучка. Орен, он что, со Стеллой? О нет, это же полный пиздец. Что еще я изменила? Хлоя. Макс Колфилд. Покорила Сиэтл, а теперь решила передохнуть здесь? Мы думали, что после большого города ты сюда никогда не вернешься. Нет. Я бы никогда не бросила Хлою. Кстати, она очень ждала тебя. О, минуточку.
Хлоя, к тебе гости.